Сегодня городское здравоохранение получает 10 тысяч масок, средств защиты индивидуальной, которые необходимы в этот сложный период нашим лечебным учреждениям. Мы хотим высказать благодарность нашему городу-другу, если так можно сказать, Нимба, который сделал такой нам подарок для наших лечебных учреждений, что позволит соблюдать инфекционный контроль и безопасность наших медицинских работников. Спасибо большое. Я хочу выразить слова благодарности за то, что городские власти в лице заместителя городского главы Павла Владимировича Вугельмана поручила нам получить гуманитарный груз из Китая, города-побратима Нимба, маски медицинские, которые сегодня мы получили и передали городским властям и в здравоохранение. Товарищество Червоного Христа Украины, мы работаем по закону Украины о Товариществе Червоного Христа, где указано, что мы являемся допомогачами местным органам власти. И я очень благодарен, что у нас сложился этот союз, и мы готовы оказывать помощь, посильную помощь в той пандемии, которая охватила на сегодняшний день Украину и весь мир.